5, чтоб наверняка. Да, ну а что теперь сделать, блядь? Мы вам ты удаляешь крутого здесь. А, я на самом деле удаляю. Сейчас на Винчестер, да? Молодец, Куня, ты настолько меня за дурака считаешь, спасибо. Это что такое, блядь? Это процессор, да? Это не только тебя один понял, дорогая. А, вот! Блат, Габит, Гейминг. Чё, кончилась гарантия, блядь? Сколько на неё гарантии должно быть? На кого? На тебя? На ёбаную этот, блядь, на плату. Зависит от магазина. А, 36 рублей. Кстати, мемори. Да. Завтра планирую факторию запустить. Уже который раз? Стоп, ты сначала ты ее не планируешь. Уже который раз я сказал на этом. Не, пацаны, что делать? Иди по гарантии, что давать эту хуйню или чё? Ты давай сначала завтра я попланирую хотя бы разобраться в ней. А запустишь, я думаю, ты ее через неделю. На стриме разберемся. Как это? Да. На что ты такой твой реквест? И летсплей. Я до сих пор в ней не разобрал, потому что я попробовал один раз. Там надо ходить, оказывается, отдельно. Как стрелочка. Не придешь, все ужратые, вообще не понимаю, объясни. Кто ужратый? Может быть, ты ужратый? Я не ужратый. Нет, ты. Ладно. Бля. Так, встреча фрейч. Так, пацаны, какие еще варианты могут быть, блядь? Экстремальные, не экстремальные, блядь. Перезагрузить, блядь, проверить, изоляцию. Что-нибудь такое, нахуй. Кто поумнее может что-нибудь сказать? Что посоветовать? Не хочу я, блядь, отдавать, нахуй. На две недели мне сейчас без компа будет хуй сосать. А я за человека. Потом они как обычно скажут, у вас все нормально, у нас все работает, у вас не работает, блядь. Ты, как это работает? Пускай меняют тебя на новую. А? Пускай не чинят, а меняют тебя на новую. А почему? Ты на другие наушники тестировал хотя бы. Через другие время гарантийного срока ты можешь потребовать замены. Так, необходимо использовать этот у тебя даже полгода не прошло, блядь, с покупки наушников, да. Блядь. Тут иди написано, нахуй, блядь. Написано, установка настройка программы обеспечения не входит в гарантийное. Короче, если они сами не устанавливали эту хуйню, то они... Вот это... перечень, 7 дней... Программа обеспечения, блядь, похуй, блядь. А ты... Гарантийное обслуживание, чистка идея. Ты попробуй переустановить драйвер, а если будет хуёво, то, значит, блядь, иди нахуй. Гарантии. А ты, я пробовал с другими наушниками тоже. Да. Тоже. То же самое? Значит, звуковуха. Да у меня не звуковуха, у меня плата вся. У меня звуковухи нет. Мне что, всю плату на 3 месяца, блядь, без компьютера? Ну, звуковуха, он имеет в виду чип звуковой, на 3 месяца. Пускай меняют. Как они могут звуковуху поменять, если у меня в этом, блядь, в плате? Пускай плату меняют целиком. Ну, плату, я согласен, но они, ты знаешь, сколько будет менять, блядь? Ты можешь потребовать замены. Как будто нельзя чип перепаять, если чип появился. А нахуя чип паять, если он в гарантии? Значит, надо, блядь, слушай, полностью... Слушай, вот я... Заебал ты шипеть, сука! Два года год назад... Я имею в виду... Входи, мусорок, алло. Не шей да, мне говорю. Срок! У меня год и два назад летом ломался блок питания. Понял, год назад. Заткнись, Рус, заткнись. Я пошел в сервис-центр, мне поменяли там без вопросов. Одобрили замену, все, поменяли мне на новый. Не, когда ты делал тот же блок день, питания, знаешь, у меня целая день. Плата, блядь. А он тоже это был мальчик. Без разницы. А на сколько 15 тысяч здесь написано стоит? Ты где покупал? В ДНС, ебано. Ну я в ДНС. Нет, заменили. Проблем на день, тот же день. Так что иди и требуй. Во-первых, ты придешь требовать, они тебе скажут, что не мемори, что ты его там радует, ты мучи. На экспертизу, правильно? Да, на экспертизу, там, две недели или сколько там. Они будут ебать, так проверить, прям там, в сервис-центре, 10 как минут. Как они мне проверят, блядь, прицепить, своими этим? Прицепить жесток, прицепить, там, что-нибудь еще, зарубить эти микрофоны, колонки и послушать. Если будешь шипеть, значит, все, меняем. Если не будешь шипеть, тогда хрен знает, что у тебя такое. Почему меняем, я понять не могу. Потому что гарантия. В смысле гарантии? Они по гарантии отправят ее на ремонт. Во-первых, погоди. Неправильно. Они отправят ее на экспертизу, по чьей вине поломка. Если ты ее сломал, с какого фига они ее менять? Да они будут долго ебать, это тебе нахуй не этот. Да я помню с процессом, сколько я ебался. Почти полгода ебался. Что-то мне там ебали. Ну как хочешь, я тебе говорю, один из путей решения проблемы, как хочешь. Браток, блядь.
Ну ладно, может, а язычок хоть на пару месяцев пропадет, нормально. Не, ну давайте какие-нибудь экстремальные. Как, что еще можно попробовать? Да Core i7 у меня останется, у меня всего этого не будет, просто платы не будет. Просто останется у меня. Будет стоять там. Он у тебя останется, ты не сможешь Core i7 пользоваться. Ну конечно. А как? О, молодец. Ну, я об этом и говорил. Да. Что херово? Сука, че делаю? Ну ладно, я могу разобрать, посмотреть на нее, что я там с ней сделаю. Понесу, блядь. Ты разберешь, посмотришь и закрутишь, молодец. Так я ее и сам собрал, да. что там не собрать-то, блядь. Так, опа. Ну спаяй, там конденсатор поменяет. Ты ебанутый, что ли, кот? Молодец, хорошо пошутил. Какие-нибудь там конденсаторы перепаяли. Сверстай еще, короче, щетичка, ха-ха. Сверстай, да, там, блядь. Напиши нахуй, блядь. Что-нибудь выпусти. Либо ремонтников, либо давай с гарантией, два выбора. Либо терпи, третий выбор. Выбирай, понятно. Шутку. Ты сказал такое, хорошее. Либо покупай звуковуху, четвертый вариант, отдельно. Выбирай. Короче, не слушай ты этих долбоебов, ты пойди в центр и там спроси, что надо делать. Они тебе все расскажут. Вы сейчас, наверное, вы наслаждаетесь, да, этой хуйней? Нет. Я наслаждаюсь. Ты можешь прям завтра с утра пойти купить звуковую карту, и все будет счастье. Реально, со специалистами поговори, а не с долбоёбами. Да какие там специалисты, блядь? Такие пидорасы, которые не хотят по гарантии иметь. Такие же, как мы, да? Да вы, блядь, ребята, это не угодно. Вы говорите себе, браток, не надо тут приобщать. Так, еще какие варианты есть? Тебя нахуй послать. Я. Это самый экстремальный вариант. Вы от меня слышите что-то? Пшик-пшик, есть? Да, слышно. Нет. Чуть-чуть. Я чуть-чуть слышу. Ну, да, у меня музыка играет. Я только слышу пернул пуху. Ну все, ладно. И самое страшное, что я этот пшик-пшик сам слышишь. Блядь. Эй, Аязыч, включи музыкальный режим. Да, сейчас включи музыкальный режим, на самом деле. Там хардранс, да? Не, ничего там нет. Музыкальный режим? А ты говоришь, музыку погромче, чаще. Слышно что-нибудь? Да, у меня нет. Вот, ничего не стоит у меня, блядь. Мне кажется, это хуйня. Так. Что? Вот. В музыкальном режиме нету, потому что программа не знает. То есть оно не программный, ну, да. Этот звук. Да, железный. Компания вправе отказаться от товара ненадлежащего, который не подошел. Ага. Необходимо использовать квалифицированных специалистов по наладке и пуску. Они не скажут мне, ты долбоеб сам собирал, надо было нашего специалиста за 2 миллиона пригласить. Не скажут? Нет. Почему? Нет. А если и скажут, то и чё? Почему? У меня друг сам собрал комп, мы все подключили правильно. И материнка, короче, спалилась, какой-то чипс спалили, он отдал по гарантии. Да почему долбоёб? Ему заменили. Я больше к тебе с тобой не буду. Я собирал первый раз, я три раза материнку спалил, мне по гарантии возвращали. Это нормально. Ебанулся, блядь, вы чё, ебанулся? Да, пидорос, блядь, зато ворачивайся. Блин, я только покупал комп. У меня был делал, все правильно. Он не крутил. Почему там я собираю его, кулер не крутится. Правильно подключил, да, блядь? Я собираю комп, кулер не крутится. Пересобрал еще раз, не крутится. Отнес его, они прям там, в этом магазине проверили его, подкунули. Комп, он не крутится. Все, поменяли без вопросов вообще. В тот же день. Пидорасы, блядь, пидорасы, сука. Так что, сука. Обращайся, ну, так что, Аязыч, браток, обращайся, оставайся-ка нахуй на месяц без компьютера, блядь. Пока Аязыч, не буду Аязыч, дурак, ебина мозги, блядь, иди в центр и все. Иди в центр, блин, в сервис, ну и все. Браток, мозги. Давайте мы еще часок посидим и потом будем говорить, что ему надо. Так, блядь. А давай с проблемой Аязыч. Так, тихо нахуй.
Сейчас я вот взял наушники себе дешманские, которые тут валяются. Сейчас я попробую засунуть, пацаны. Если будет ли разница? Ты же сказал, что ты уже сувал, что это будет. Попробуем, вдруг я с ума сошел. Ой, какой ты пидорас. Ты спрашиваешь совета, но не хочешь слушать, что мы тебе советуем. Да, блядь, в магазин пойти, любой дурак может разве совет, блядь. Это ж понятно, что сейчас придешь и будут ебать тебя там. Он нас не уважает. Ваш, блядь, ваши советы, блядь, браток. Меня убивают, блядь. Звони в полицию, блядь, да? Тут на улице. Переустанови, блядь. Так, а чего ты ждёшь, что ли? Во, кстати, правильно. Ты обращаешься к нам, но делаешь это уважение. А ты фары протёр, а ты колесо, блядь, почистил? А, тогда я не знаю. А ты на митинг ходил? Да, да. Навальному? Блядь, Саня, сделай так, как все делают, блядь, никого не спрашивают. Да, некачественные вы советы даёте ему. Надо было рассказать точно, как там по яликам, куда. Да, да, да. Что перепаять? Позвонить, да. Где ты какой шлейф перепаять? Где там правильно какие-то выводы, ну, диоды, хуёды, что там все правильно, да? Снять видео. А если, ну извини, да. Я зачем, блядь, не профессионал. Для начала спроси, чуваков в сервисе, чего вообще, как почём? Пидарас, в порядке. Замены, мам, могли спать. Так, ребят, смотрите, как Навального пиздить, сука, это будет. Смотрите все мой стрим, я буду сейчас Навального ебашить. Вот сейчас нормально слышно? Да. Тебе до этого было так же слышно? Да. Так же, блять! Тебе нормально слышно? В смысле, нормально было слышно. А ты нас слышишь хорошо? Или так же, как тогда? Опять ничего не ел. Лился и решил мне отвечать. Дурак, Янович. Ты дурак. Чужие такие дельный, советы, дельный, да, совет, реально. Ему дельный совет, реально, стоит сказать. Все работает. Все испортили. А он нет, не хочет. Я ему даю дельные советы, не тут. Передернуть, не давай классный совет. Ну а ч, нет, а нормальный совет. В любой непонятной ситуации, да? Русские ублюдки. Рус, да? Ублюдки. Русы. Да, рус, да, Кембри, да, я про себя прям, да, шлюз, да, шлюз. Да, давай, смешно, заебись. Конечно, смешно, блин. Как себя ненавидишь, блин. Че такой злой, браток? Не злой, почему? Че ты ругаешься? Ты говоришь, не мразишься, ну, потому что, блин, ну... Блюдки, мразишься. Нет, я просто хочу картинку найти, русские ублюдки, смотрю картинки. Найди лучше татару. О-о-о. Татару, блядь. Потом зайдущий. Давай. И знаешь, и мне, знаешь, кто первый вышел? Панин. Ага. Эктоповер был, оценил. Эктопанин? На втором месте вышел... Петухи, блядь. Лусы из Брата 2. Так чё там, блядь, опять шумит, что ли, стука? Да, тебя я слышу нормально. Блядь. Ты шумишь, что ты заебал уже. Тебя нормально слышно. А ты не слышишь нормально? Блять, это старое сейчас. А новое я специально спросил, вы что-то нахуй сказали, блять. Так же слышно. Слушай, когда у тебя было новое, все нормально было, а нормально я, блин, было, да. Вот доставай опять новое. Ебала какая-то, да, я только что перескнул, сейчас нормально. Ты что происходит, нахуй? Слышишь, главное. Я вас слышу, но пшик-пшик все равно слышу, блядь. А на новых как было? На новых, а на новых, вроде, блядь, на новых. Я слышал. Я засунул, блядь, спросил. А на новых? Тихо-тихо-тихо, дайте послушать, блядь. Ты спросил и не послушал опять, что тебе говорят. Я послушал, там кто-то сказал, блядь, опять шумишь. И как нормально? Ты слушай не тех, кто говорит нормально, точнее, адекватные вещи, а не тех всяких там шлюзов, русов и прочих РВД. Браток, вот как на тебя, блядь, не злиться, а? Когда ты так вот уёбываешься? А чё, я сказал, отдельно шлюзов русов. Ой, бля, всё по-честному. Всё по-честному. А у меня какие-нибудь звуки есть? Да. Нет. Да, есть, сука, с твоего языка звуки. Да блин, заткнись, Роуз, заткнись. Нет, я реально слышу. Ты нормально слышишь? Да, был пшик, на самом деле, да.
Дыру, закнись. А я же поговори что-нибудь. Я говорю. Ну слушай, говори постоянно что-нибудь. Да я говорю. Вам что-нибудь. Был, опять был. Опять да? Угу. И тогда да, я его а слушаю, вот пшик. Давай поговори нормально теперь, не слушай дурака. Я говорю нет. Нормально. Да, немножко был, да? Сука, блядь. Да. И главное, иногда я его слышу. Дурака, блядь, почисти уши. Я иногда его слышу, а иногда я вы его не слышите, но слышу я. Потому что я из тебя нифига не слышу. Подожди-ка, это может быть это? Может все-таки наушники, ты? Потому что странно, блядь. Может быть мы. Ладно, я пойду третий сейчас где-нибудь найду. А мы? В смысле?